Сегодня на Красной площади столицы прошел 5-й юбилейный парад дошколят и юноармейцев. Участие в нем приняли почти 5000 воспитанников детских садов, школьников, педагогов и родителей. Этот патриотический проект получил признание на всероссийском уровне. Мы сегодня приехали на парад, очень горды тем, что мы сюда попали. Дети из детского сада 146 очень рады этому. Правда, ребята? Да! Анастасия Камаева о своем прадедушке знает только из рассказов родителей. Получил очень много медалей, у него очень много побед было, и он любил воевать. Он почти победил, но он умер, когда у него стрельнула пуля. Я его люблю и помню. Я его хочу всегда увидеть, и чтобы он всегда меня помнил. Марш по Красной площади – незабываемое событие для ребят и взрослых. Все участники, включая самых маленьких, были в форме различных родов войск – военных моряков, десантников, спасателей. Радость чувствую, потому что несут знамя победы, знамя, которое, ну, получается, знаменует нашу победу против фашистских захватчиков. Именно такие праздники и создают атмосферу единения, считают организаторы. Для их даже родителей это настолько значимо. Они тренируются, они с таким усердием, с таким волнением проходят вдоль гостей, вдоль трибун, где находятся ветераны, где находится руководство республики, города Чебоксары. И вот здесь у них первый раз, наверное, происходит именно такое соединение, что есть Родина и есть честь и достоинство Родину защищать. Так молодое поколение осознает, сколь значим День Победы в истории нашей страны. Это очень важно для нас, для военно-патриотического воспитания. Потому что одевают форму. У них становится другое поведение, другая дисциплина. Они открывают историю, вспоминают близких родственников, кто участвовал, кто погиб, кто еще жив, труженики тыла, вдовы. И на этой основе у них пробуждаются патриотические чувства. И я абсолютно уверен в том, каждый участник, он станет настоящим гражданином Российской Федерации, достойным гражданином, настоящим патриотом Российской Федерации. Кто-то будет защищать нашу Родину, кто-то будет обеспечивать охрану общественного порядка. Одним словом, обеспечить безопасность нашей страны. Парад дошколят в прошлом году был признан лучшим проектом на 6-й всероссийской открытой ярмарке событийного туризма. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика.